вчера случайно встретил, подошел и тихо так сказал: знай, что лучшей девушки на свете до сих пор, признаться, не встречал. Будешь, будешь, будешь ты моею, я тебе признаюсь, не тая. Без тебя как будто пепел тлею, без тебя как будто я не я. Будешь, будешь, будешь ты со мною, для меня единственной звездой. Снова восхищения не скрою, будто околдованный тобой. А глаза твои, как два алмаза, на меня глядят из темноты. Как тебя увидел, понял сразу, что мое богатство — это ты. Будешь, будешь, будешь ты моею, я тебе признаюсь, не тая. Без тебя как будто пепел тлею, без тебя как будто я не я. Будешь, будешь, будешь ты со мною, для меня единственной звездой. Снова восхищения не скрою, будто околдованный тобой. Вновь твоя фигура сердце ранит, на тебя стараюсь не смотреть. Пропадаю в сладостном дурмане, как бы от любви не умереть. Будешь, будешь, будешь ты моею, я тебе признаюсь, не тая. Без тебя как будто пепел тлею, без тебя как будто я не я. Будешь, будешь, будешь ты со мною, для меня единственной звездой. Снова восхищения не скрою, будто околдованный тобой. Снова восхищения не скрою, будто околдованный тобой. Всем привет, дорогие друзья! Скажите, пожалуйста, а меня как слышно? Вы меня хорошо слышите? Не нужно прибавлять громкости? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Всем здрасте, хорошего настроения, и проведем этот час вместе. Я смотрю, у нас уже немалое количество людей. Это очень радует, потому что это не может не радовать. Друзья, ну что же, последнее воскресенье лета. Хочу... Может быть, даже не радостно, но констатировать этот факт. Ну ничего, ничего, осень — пора творчества, осень — пора, лучшая пора для творческих людей. Осень для меня как спасательный круг, как возможность заново разродиться в творческом плане. Будем ждать каких-то новых песен, и эти истории, как правило, происходят вот именно в осеннюю пару. Евгений, здравствуйте, надо отжигать по полной сегодня, последние выходные лета. Здравствуйте, согласен, только что об этом вещал. Ну что, я как всегда, ничего не меняется в моей жизни. Опять пробежка, опять 5 километров. Самое интересное, я стал бегать теперь не через день, а каждый день. Что вы на это скажете, друзья? Мне интересно ваше мнение. Ну вот, Германия у нас, как всегда, присоединилась. Да, сегодня попробую исполнить для вас те песни, которые очень неплохо пошли в народ, которых я считаю шлягерами 100%. Споем те песни, которые вы просили давно, и, конечно же, порадуем вас сегодня, отожгем. Женя, привет, приятно тебя видеть и слышать, слышно тебя отлично, спасибо. Зиналда, супер, ну и отлично. Давайте, не буду вас томить, нас уже достаточное количество человек в прямом эфире вместе со мной для того, чтобы
исполнить первую песню, которую я запланировал на этот вечер. Музыка и стихи Евгений Коновалов, аранжировка Александр Закшевский, а песня называется «За тебя». Для вас, милые дамы. Не грусти, прошу тебя, я с тобой, моя родная. Ты прости, прости меня, каждый раз я умоляю. Я порой так далеко, но всегда со мной ты рядом. Как тебе, мне нелегко не касаться теплым взглядом. Поем. За тебя молю я Бога, за тебя в душе тревога, за тебя, моя родная, как пацан хожу по краю. Для тебя живу на свете, для тебя все песни эти, для тебя я жизнь потрачу, и не может быть иначе. Волшебство небесных сил озарило сердце жаром. Я люблю, и я любим. Что же в жизни больше надо? Лишь бы ты, любовь моя, улыбалась нежно очень и счастливою была. Каждый миг и днем, и ночью. За тебя молю я Бога, за тебя в душе тревога, за тебя, моя родная, как пацан хожу по краю. Для тебя живу на свете, для тебя все песни эти, для тебя я жизнь потрачу, и не может быть иначе. Соло! Друзья, песня. Надеюсь, она вам нравится так же, как и мне. Посмотрим, что вы пишете. Женя, у тебя все песни классные. Спасибо, Женя, ты супер. Евгений, движение – это жизнь. Продолжайте в том же духе. Супер, ура. У меня она в статусе стоит, пишет Людмила Пенькова. Спасибо вам за это. Это же внегласная реклама. Вы помогаете мне. Огромное вам спасибо. Моя любимка, самая любимая, Света, привет. Людмила Пенькова пишет опять. Браво, Евгений. Супер, за тебя молю я Бога. Вера, скажи что-нибудь от себя. Не нужно плагиатничать. Спасибо, Вера. Душевная песня, пишет Марина. Класс. Ладошки. Браво. Супер песня. Всем огромное спасибо. Я люблю ваши песни слушать, пишет Наталья Морозова. Спасибо, для меня это самое
главное. Супер, молодец, Женя. Евгений, спасибо вам за ваши прекрасные песни. Удачи вам. Умница ты наш, пишет Ира. Ира, уже скоро споем, а за окошком ветер вижет. 20-го в Москве. Браво! А кто же их не любит, Женя? Прекрасные песни исполняет и красиво поет. Спасибо, друзья. Ну, повторюсь, вернее, не устану повторяться, то, что я не причисляю себя к вокалистам, к певцам. Я больше рассказчик. Так как это все мои песни авторские, выстраданные, написанные мной, то я их больше люблю рассказывать. Ну, а коль это можно назвать пением, и вам это нравится, то я счастлив. Шикарно, пишет Людмила Бабкина. Людмила, спасибо. Шикарно, молодец. Евгений, когда порадуете нас следующим хитом, спрашивает Марина Иванова. Марина, вот такие осенние пора начнется, и я думаю, что начнем трудиться в параллели с моими какими-то гастрольными концертными выступлениями. Вера от себя написала: «Умничка наш Женечка». Вот это другое дело. Данила Андреев. Евгений, помните, я вам задал вопрос, как появилась песня «Друзья ушли»? Вопрос, конечно, непростой, коль наши прямые эфиры отличаются именно тем, что они откровенны. Я делюсь с вами своей жизнью от и до, и не собираюсь ничего скрывать. Наверное, этим я вам и интересен, потому что я делюсь какими-то фрагментами из своей жизни. Эту песню попросил исполнить мой друг Денис, у которого на тот момент ушли в мир иной несколько друзей. Но самое интересное, что спустя пару лет не стало и самого Дениса. Вот, и как только я не смог поступить иначе, как написать песню об ушедших друзьях, у меня у самого ушел близкий друг в 2005 году. Его звали Роман, фамилия Борзенков. Очень больно и горько, когда уходят хорошие ребята. Что такое 25 лет? Ладно, не будем о грустном, мы помним, я, по крайней мере, помню их всех, всех, кого нет с нами рядом, и буду помнить. Ольга присоединилась, братская. Доброго вечера, Женя. Здравствуйте, друзья. Женя, благодарю за исполнение, за эту замечательную работу. Песня за тебя дорогого стоит, спасибо. Людмила Пономар. Женя, ты талант, радуй нас, пой. Все песни потрясешь. Да что я, вот я заметил, знаете, друзья, во-первых, когда ты побегаешь, высыхают связки. Петь немножко дискомфортно, но что делать, нужно петь. Не бегать я не могу, потому что уже втянулся в это дело. Поэтому где-то могу сорвать голос, где-то могу мимо нот спеть, друзья, не обращайте. Вернее, не судите строго за это. Работаем вживую. Давайте за нашу встречу. Сегодня у меня чай с травкой бурятской, бурятская трава. Ну, сейчас травокуры подумали, что я их парень, но бурятская трава для распития чая. Называется она сагандайля, либо сагандали. Очень полезная травка, рекомендую. Ваше здоровье. Тонизирующая. Общеукрепляющий. Какая из ваших песен вам больше нравится? Спрашивает Никит. Никит, ты, мне кажется, уже задавал этот вопрос. Но если не ты, то его точно уже задавали. Я отвечу стандартно, как отвечал неоднократно. Каждая песня рождается в муках. И, конечно же, она близка и дорога одинаково. Другое дело, есть песни, которые легче в исполнении. А есть песни, которые сложны в исполнении. Но, опять же, не приходится, как говорится, выбирать. Если песня хорошая, ее необходимо исполнять, а вы, как говорите, они все неплохие. Ну и слава богу. На гастролях тоже бегаете, спрашивает Галина Петрова. Нет, на гастролях хватает концерта для того, чтобы отдаться физически, выложиться по полной. Все будет хорошо, пишет Галина. Спасибо. Пьем тоже, только не переборщить с ней. Согласен, Ната, да. Главное, дозировку соблюдать. Марина Иванова. Надо жить сейчас и радовать своих родных и близких. А те, которые уже там, мы будем помнить всегда. Нам ничего не остается другого, как только идти дальше и помнить
о тех людях, которые когда-то были с нами рядом. Полностью согласен. Вера пишет: да, Женя, на концертах ты из себя выжимаешь все. Но не все. Не все. Ой, пошляк. Ну что ж, друзья, не буду томить, давайте, как говорится, поедем дальше. Спасибо за ваши вопросы, готовьте новые. Ну а пока для вас я спою свой 100% хит. Вот, кстати, эта песня очень тяжела для живого исполнения, но она хит. И никуда от нее нам не деться, как говорится. «Розы белые», друзья, для вас. Музыка, стихи Евгений Коновалов, аранжировка Александр Закшевский. Поем. Оу, оу, танцуют все. Я в знак любви взглядом молил тебя, я позови. Только разбилось сердце, не скупясь, звонко в глаза смеясь. Снова меня окутывает грусть. Знаю, я все равно во сне вернусь в сказку, где были только ты и я. Счастье и беда моя. Поем. Помнишь, я тебе дарил розы белые. Что же ты, любовь моя, с ними сделала? Были белые они, стали черные. И кружатся надо мной, словно вороны. И кружатся надо мной, словно вороны. Не равнодушно уходи, будешь еще ты счастлив впереди. Верю, но сердцу больно ведь всерьез. Я любил тебя до слез. Эх! Помнишь, я тебе дарил розы белые. Что же ты, любовь моя, с ними сделала? Были белые они, стали черные. И кружатся надо мной, словно вороны. И кружатся надо мной, словно вороны. Поехали! Тебе дарил розы белые. Что же ты, любовь моя, с ними сделала? Были белые они, стали черные. И кружатся надо мной, словно вороны. И кружатся надо мной, словно вороны. Помнишь, я тебе дарил розы белые. Что же ты, любовь моя, с ними сделала? Были белые они, стали черные. И кружатся надо мной, словно вороны. И кружатся надо мной, словно вороны. Ух! Дали жару, друзья. Песня писалась аж несколько лет. Сначала я написал припев к песне «Розы белые». Потом этот припев долго томился в книжном столе, в моих архивах. Ну а спустя несколько лет, наверное, года 4 прошло, я вернулся к этой песне и дописал к ней куплеты. Обратился за аранжировкой к Саше Закшевскому. И вот получился такой
Шлягер. Без нее не обходится ни одного концерта. Люди всегда просят и, как правило, в самом конце поют эту песню. Сегодня воскресенье, куда водили своих девочек? А гуляли, гуляли. Гуляем, каждый день гуляем, надо прогуливаться, дышать свежим воздухом. Обалденно, молодец, спасибо. Женя, гордость охватывает, что мы земляки удачи и творческих успехов. Молодец ты у нас, а вы у меня молодцы. Просто супер. Передай Алене Черняковой привет. Алена Чернякова, привет тебе. Спасибо за ваши Спасибо за ваши похвалы. Эх, душа поет. Да, она-то. Ну, роза белая, она так вот действительно удалась в самое сердце. Людям, особенно женского пола, она проникает. Браво, Наталья. Когда будете выступать в городе Ангарский микрорайон, Китой? Нет, друзья, в Китой я концерт делать не буду. Ну, вы же совсем близко. Тут рукой подать. 10 минут на автомобиле. А вот в декабре в Ангарске, конечно, в одном из ресторанов я ближе к дню рождения своему постараюсь организовать концерт. Женя, исполняете ли вы песни на музыку других авторов, а стихи ваши? Вот как раз музыка всегда моя. В основном, если я и соавторствую, то это Ирина Демидова. Ну, а в большей степени пишу, конечно, сам и музыку, и стихи. Если бы вы были персонажем книги из фильма, то какой бы это был персонаж? Да не хочу я быть персонажем из книги. Я Евгений Коновалов. Вот вам, что ни на есть, такой неплохой, я считаю, персонаж. Напишите обо мне книгу, и я буду в этой книге сам собой. Приятно слушать песни, когда исполняет сам автор. А мне приятно для вас их исполнять, друзья. Встретимся на концерте в Москве. Заказали билеты. Приедет моя мама с Оренбургской области. Роза. Спасибо, Роза. Жду вас с нетерпением. Вас и вашу мамочку. Споем, отдохнем душой, потанцуем, погрустим. Ну, и, конечно же, пофотографируемся на память. Галина Лукьянова пишет. Женя, вы дружите с Ярославом Сумишевским? Нет, с Ярославом Сумишевским я не дружим. Но, возможно, когда-нибудь пересечемся. Давайте, друзья, я вам сейчас покажу опять-таки заставку своих гастролей и быстренько пробегусь по ним, потому что не могу этого не сделать. 15 сентября Тулун, 20 сентября Москва, ресторан «Гладиатор», 21 сентября Воронеж, ресторан «Балаган-Сити», 12 октября Саянск, ресторан «Империя», 13 октября Куйтун, кафе «Кулинария», 19 октября Усть-Уда, кафе «Виктория», 20 октября Балаганск, кафе «Рыбачий домик», 26 октября Братск, ресторан «Турист», 27 октября Братск, кафе «Бар 7 пятниц», 10 ноября Залари. Так, друзья, ну что я хочу сказать, диски пошли в народ, еще раз покажу вот этот сборник, состоящий из 55 песен, люди пишут. Я отправляю каждый день посылочки 1000 рублей и этот сборник ваш. Почти все мое творчество, состоящее практически из 6 альбомов. В эту 1000 входит оплата заказного письма, песни «Спасибо». Сумишевский, кстати, замечательный вокалист. Вот это действительно вокалист. Тут, как говорится, не поспоришь. Но он не пишет песен. Вот. Зато я пишу. Но я не вокалист. Один-один. Всегда говорю всем своим близким, друзьям, никогда не завидуйте. У него сейчас поперло полным ходом. Он уже и на радио «Шансон», и в программе «Три аккорда» я смотрел, выступления у него были. Вот на таких людей, когда смотришь и понимаешь, ну, понятное дело, там какие-то спонсоры, какая-то поддержка, без поддержки никуда. У меня, к сожалению, пока нет таких спонсоров и... Будут ли они в принципе, я этого знать не могу. Когда ты один в поле воин, оно гораздо сложнее. Но мы не скулим, мы не плачем, идем своей дорогой. Как можем, так и продвигаем свое творчество в народ. Благо, есть для этого интернет. А Ярославу только удачи могу пожелать. И на таких людей, вот на такие примеры, я всегда говорю, нужно равняться. Если получилось у парня из народа оказаться в когорте популярных артистов,
и стоять на большой сцене. Мы-то чем хуже? Работаете? Или вы чем хуже? Ничем. Работайте, пошите, и все у вас получится. Обязательно когда-нибудь кто-то обратит на вас внимание и, возможно, поможет. Но если не поможет, опять повторюсь, есть интернет. Кубатурьте в голове, мозгами подраскиньте и придумывайте интересные какие-то моменты, контенты. Я, что касается меня, я выше головы прыгать не собираюсь. Идти по головам я тоже не буду. У меня нет прям первостепенной задачи оказаться в Кремле или еще где-то, или там на их разгуляй. Будет? Хорошо. Не будет? Но плакать не буду, потому что я рад уже тому, что вы у меня есть. Вас приглашают на корпоративы. Вот 1 сентября поеду на юбилей. До этого был, выступал на юбилей. Есть место таким праздникам, на которых хотят видеть меня в качестве автора-исполнителя. Мы всегда с вами, пишет Лидия Иванова. Спасибо, Лида. Женя, тебе нет равных, ты у нас трудишься как пчелка. Ну тогда уж как пчел! Это верно, без поддержки никуда. Своими силами и самопродвижением приходится заниматься, пишет Ирина Максимова. Она знает, о чем я говорю. Евгений, как заказать ваш диск? Марина, напишите мне в личку, и я вам все объясню. Евгений, умеете играть на гитаре? Со скольки лет стали петь? Василий спрашивает. Слушайте, ну, назвать это умением играть на гитаре я бы, наверное, не осмелился, потому что основополагающие эти 3 или 5 аккордов я, конечно же, их самостоятельно изучил, и больше я ничего не умею. Вот. Вообще я использую редко какой-либо инструмент для того, чтобы написать какую-то мелодию. Она у меня просто приходит уже вот сюда. Я ее напеваю, записываю на диктофон и таким образом сохраняю. Еще раз говорю, первая мелодия и стихи, которые приходят, это 100% будет припев. А все остальное дорабатывается в процессе, то бишь начало песни и логическое ее завершение. Вот так рождаются у меня песни. Никита пишет, да все у вас и так круто. Ну, Никита, если со стороны кажется, что это круто, то пусть так и будет. Женя Аншукова, Света просила передать привет. Она заготавливает на зиму соленья, варенье. Ну, Света наш человек в Братске, это организатор моих концертов. Я от всего сердца и души передаю Свете привет. И Бог в помощь, как говорится, в твоих делах по заготовке соленья и варенья на зиму. Отличные композиции у вас. Уважаю ваше творчество. Спасибо за возможность общения с вами. Спасибо вам. Какие интересы у вас в свободное время? Слушайте, ну вот все свободное время, если уж на то пошло, я посвящаю вам, друзья мои, и продвижению своего творчества. Уделяю внимание, конечно же, семье. Привет из Омска, пишет Татьяна. Добрый вечер, Евгений. Рада вас видеть в прямом эфире. Я заворожена вашими песнями. Наталья Парфенчук. Добрый вечер, Евгений. Натали, добрый вечер. Ну что ж, друзья, не будем затягивать этот прекрасный момент. И третья песня, которую я для вас заготовил. Называется она «Три аккорда». Музыка и стихи Евгений Коновалов, аранжировка все тот же Александр Закшевский. Поехали для вас. Моя любовь из юной жизни, тебя я вспомнил невзначай. Как проводили вместе время, как ели тортик, пили чай, как целовались под луною, в глаза смотрели жадно мы. Я думал, буду век с тобою, ты так не думала, увы. Споем? Я под гитару в 3 аккорда тебе под окнами играл, ошибки исправляя мордом, стихи любовные писал. Ты вышла замуж за другого, ни слова даже не сказав, и лишь моя гитара снова в
твои наполнила глаза. С тех пор минуло дней немало. Сегодня я совсем другой, но не пойму, зачем играла моей влюбчивой душой. Ой, а я играл лишь на гитаре, тем первым чувством дорожил, и под дождем на тротуаре, как на луну на окна выл. И я под гитару в три аккорда тебе под окнами играл, ошибки исправляя мордом, стихи любовные писал. Ты вышла замуж за другого, ни слова даже не сказав, и лишь моя гитара снова твои наполнила глаза. Исправляя мордом, стихи любовные писал. Ты вышла замуж за другого, ни слова даже не сказал, и лишь моя гитара снова твои наполнила глаза. Твои наполнила глаза. Вот такая вот, друзья, авторская песня. Люблю ее так же, как и все свои песни. Мне она нравится, а самое главное, она нравится моим слушателям. Женя, привет из Минска. Привет, Татьяна. Классы, ладошки танцуют, ладошки, классы. В общем, пишет Татьяна, приезжайте к нам в Каменск-Шахтинский, Ростовская область. Супер! Спасибо за приглашение. Как только найдутся организаторы в вашем городе, я обязательно приеду. Подпеваю. Ладошки, шарики, танцы. Слушайте, как сегодня вы активны. Это здорово. Танцуем все, пишет Роза. Веселей, Людмила Пенькова. Слушайте, ну куда уже веселей. Хотя песня как раз-таки не совсем веселая. Но она так, ух, заводит. Евгений, спасибо огромное. Спасибо вам. Татьяна пишет, очень-очень класс. Спасибо, Таня. Маша, привет, Машуля. Ну все, послушала любимые песни, теперь точно полет пройдет прекрасно. Давай из Краснодара вылетай там, чтобы все хорошо, мягкой посадки. Сейчас как на концерте. Роза пишет. Ну да, это своеобразный такой квартирник. Я вас каждого образно вижу, чувствую, понимаю, слышу даже. Даже слышу иногда. Все, это все травка. Саган Дали. Уже все. Уже, друзья, галлюцинации начинаются. Ваше здоровье, друзья. Хороша чертовка. Евгений Браво, спасибо, Инна. Приезжайте к нам в Тулун на рыбалку, да на шашлыки махнем. Песни споем. Спасибо, Василий. В Тулуне 15-го на дне города спою для вас лучшие песни. В 19:30 мой выход. Подтягивайтесь, приводите друзей. Платить за это не нужно. Вот бы на концерт к вам попасть в Москве. Жаль, далеко ехать. Светлана, ну, где вы живете? Дайте обратную связь. Может, мы за вами такси отправим. Очень нравится ваш творчество. Спасибо, Татьяна. Светлана Братск. Ну вот, успели и баночки закатать. Руки заняты были, а ноги-то плясали. Спасибо за привет. Ждем очень в Братске. Соленья, варенья будут на столе. Все, Света, тут уж не отмажешься. Ну что ж, друзья, заканчивается прямой эфир. Я, если позволите, исполню
еще одну песню, нарушу свой же регламент. Музыка и стихи Евгений Коновалов, аранжировка Александр Закшевский, Нина Нинель. Танцуем, девчонки, о-о-ау, е-о-о. Давайте дурачиться. 3-4. И снова за окошком дождь. По окнам ты, очевидно, не придешь. Один. Не будь, прошу тебя, такой жестокой. Ты позабыла обо мне так просто, беспричинно. Поем? Алло, ты слышишь? Нина, Нинель, о, как же грустно, я не с тобой. И в сердце пусто, ты будто снег, ты будто льдина, Нина. Нина, Нинель, подай надежду, пусть будет все у нас как прежде. Боль от разлук не лечат вина, Нина. И снова за окошком снег. Метели, я в одиночестве своем давно тону. А было время вместе быть. Хотели, прошло то время, но тебя я все ж люблю одну. Поем? Почему ты молчишь? Нина, Нинель, о, как же грустно, я не с тобой. И в сердце пусто, ты будто снег, ты будто льдина, Нина. Нина, Нинель, подай надежду, пусть будет все у нас как прежде. Боль от разлук не лечат вина, Нина. Еще разок. Скажи хоть что-нибудь. Нина, Нинель, о, как же грустно, я не с тобой. И в сердце пусто, ты будто снег, ты будто льдина, Нина. Нина, Нинель, подай надежду, пусть будет все у нас как прежде.